Северная Осетия стала пилотным регионом по медиакоммуникации Российского географического общества и вузов. Популяризацией национальной географии займутся студенты Северо-Осетинского госуниверситета. Русское географическое общество – одна из старейших и самых авторитетных организаций мира. Основные направления деятельности – сбор и распространение географических сведений о России, образование и просвещение, охрана природы. Одна из задач – объединить людей, неравнодушных к природе. Студенческий медиацентр организует информационное сопровождение регионального отделения Русского географического общества. Отделение базируется на факультете географии и геоэкологии СОГУ. По итогам прошлого года Северо-Осетинское отделение общества вошло в десятку лучших отделений по динамике роста значений. СОГУ выиграл грант РГО по разработке проекта создания Джамарай-Казбекского геопарка. В этом благородном деле, если будут активное участие принимать студенты, то как раз это будет иметь очень высокий коэффициент полезного действия. Наши студенты, студенческий медиа-центр будет заниматься информационным сопровождением регионального отделения РГО в Северной Осетии. Они будут распространять информацию в социальных сетях. Это фото, видеоконтент. И, конечно, просветительская деятельность от сверстников, она будет бить прямо в цель. И это благородное дело. Знать ту страну, в которой ты живешь, конечно, будет цель мы достигнем еще быстрее.